И снова здравствуйте, всем привет. Итак, кто-то из вас, может быть, захочет делать анимации в каскадер, кому-то не подходит блендер, кому-то не подходит майка для анимации, допустим. Ну, давайте посмотрим, как, значит, с каскадером работать. И, значит, чтобы делать анимацию в каскадер и перекидывать ее в блендер. Так, я буду, значит, использовать своего персонажа. Сначала что мы делаем? Сначала мы закидываем персонажа в Mixamo. Как это сделать, вы, наверное, уже знаете. Не буду на это тратить время. Я уже во многих роликах это показывал. Словом, вот, Morton у нас, значит, в Mixamo. Здесь мы можем выбрать ему какую-нибудь анимацию. Ну, давайте Walk. Находим походка. Находим какую-нибудь анимацию для нашего персонажа. Ставим ее, значит, на центре, чтобы на одном месте он шел, чтобы потом можно было пускать его по пути, да? Ну и берем download, нажимаем, сохраняем это дело в загрузке и идем в блендер. Итак, заходим в блендер, удаляем все вот эти ненужности, куб, свет, камеру, допустим, и закидываем сюда импорт, FBX файл. Находим, где он у вас будет находиться. Допустим, Walking Import. Так, вот такой загрузился персонаж. Здесь он у нас все ходит, идет, все нормально. Что у него там где-то чего-то как-то. Тройка на нападе. И давайте все это дело выберем и привяжем с этой Origin 3D курсору. Проверяем, все привязано в нижнюю точку. Теперь что нам понадобится? Нам первым делом понадобится аддон Mixamo. Вы его можете скачать и установить. Устанавливается он в Edit в преференциях. Скачивайте, нажимаете Install, находите его, и он тут подгружается. Так, находим Mixamo. Вот он у меня установлен. Animation Mixamo Rig. Вот он. Он включен, все, нажимаем Crit, ОК, и преобразуем, значит, наши вот эти кости, да? Вот такая штукенция. Так, что нам понадобится дальше? Нам понадобится скачать теперь аддон Каскадер. Мы его находим, опять же, в преференциях, находим Install, где он, допустим, скачен. Так, Set Game Print. Каскадер Bridge можно скачать в интернете, он бесплатный. Нажимаем его и подключаем. Он у меня уже установлен, поэтому я не буду это дело нажимать. И, значит, каскадер. Так, вот он у меня находится, каскадер. Чтобы он заработал, нужно ему вот эту вот штуку прописать, где находится файл. Так, вот. Находите папка так, программ файлы, каскадер, и находите файл вот этот .exe, каскадер .exe, вот он. На него нажимаете accept, и он прописывается вот здесь вот, значит, в этом пути, каскадер execution вот этот. Так, теперь нужно как бы связать две программы, каскадер и, значит, блендер. Install Regimentate, вот этот, надо нажать, но он не свяжется. Надо запустить Blender, закрыть Blender и запустить Blender заново и открыть его, значит, с помощью администратора. Давайте все это дело сделаем. Находим папку Blender, и вот он Blender. Правой кнопкой мыши на него нажимаем и запускаем от имени администратора. Вот так вот. Так, давайте запущу. Вот такая штука выходит, да. Ждем. И, значит, что? Опять заходим сейчас в Edit преференции. Находим, опять же, этого каскадера. Вот он. И здесь нажимаем Install Regiment вот этот. Все, мы связываемся, значит, с программой каскадер. Все это будет нормально. Так, теперь что? Ну, давайте повторим то, что я сделал. Опять же, заходим в файл Import FBX. Опять же, находим
download, walking, bams. Итак, опять же преобразуем n-панель, находим аддон миксама, крит, короче, все это дело преобразуем вот в такой внешний вид. n-панель отключаем и смотрим, что у нас. Значит, у нас вот такая вот анимация. Все, вот он идет, все зашибись. Но мы хотим сделать анимацию в каскадере. Так, что нам понадобится? Нам понадобится, значит, вот этого персонажа с миксама закинуть в каскадер. Давайте посмотрим, как это все дело делается. Так, нажимаем импорт, нажимаем так, анимация selected frame object selected. А ну-ка попробуем. Ну давайте просто я модель закину. Так, walking. И вот он говорит, Кости, как там, подсмотрим? Ну давай подсмотрим. Нажимаем, да, да, все, окей. Вот высвечивается настройка костей. Вы видите, что у нас нету ни лево, ни право. Значит, здесь пишем по-английски right, а здесь пишем left. Так, и значит, смотрим, здесь вот тоже крит, руки крит, там твисты, управляшки вот эти вот они, видите. Так, крит, и жмем add rig элементы вот эти вот. Генерация рига, все это дело сгенерировано. Ждем. Сейчас у меня включено просто две программы, еще запись, поэтому немножко как бы анимации нет. Я ее не закидывал. Значит, что я хочу сделать? Давайте просто вот раз так и поставим ему. Ну, надо прописать, наверное, вот эту анимацию. Давайте вот на первом пусть он стоит, и что тут сделаем? Я тут немножко подзабыл, как писать. Так, добавляем английскую F и прописываем. Или вот эту галочку, сейчас где она тут находится, change label, вот это, по-моему. А, не, вот так. А, не, пардонте, вот он, ключик. Прописываем, да? Так вот все выбираем. Ноги выбираются. У меня стоит inverse kinematic. И я вот так вот раз еще разок пропишу это дело. Так, смотрим, что получается. Так, на первом кадре давайте выберем. Так, тут еще гизма где-то есть. Так, вот она, гизма. Так, тут можно, допустим, перекручивать, поднимать. Вот, ну, мне неудобно вот эта вот штука. Так, как управлять? Alt. Колесико зажимаем. Alt, правая кнопка мыши, вперед-назад приближаем. И Alt зажатый, левая кнопка мыши, крутим-вертим. Короче, вот такая штука. Так, раз. Вот плохо у меня сейчас подвисает, потому что много чего включено. Так, ну так, прописать хотя бы, да? Так, а ну-ка. Так, что тут задействовано? F. Смотрим, что тут получилось. Ну, такая какая-то анимация, да? Там на 10-м кадре, допустим, выберем тазовую кость, там. Хоп, тут пусть он поприкалывается. Так, а ну, Значит, не эту, да? Ну, давай вот эту-то. Все горячими клавишами жму. G, это... Ну, как бы... Так, а ну, что ты тут? Ну, давайте пропишем кадр. Я уже давно тут ничего не делал, забыл. F. Так, а ну-ка. F. Так, ну, что тут? Что-то он не хочет прописываться сейчас. Ну, оп. Что-то назад возвращает вот на эту
На исходную, да? А ну-ка, так может. Так. А ну-ка, давайте на фикеях. Тоже что-то не хочет. Вот, назад его тянет. Может, тут что? Да, ну, короче, понятно, да, что анимация прописана. Я уже забыл, как тут что писать. Так, вот, выбираем, там что-то, что задействовано, прописываем. Там F английская. Ну, короче, не суть вопроса. Теперь заходим в Blender. У нас есть персонаж. И он ту анимацию нам нужно сюда перенести. Находим аддон каскадер. И значит, что делаем? Так, импорт all сцен. Вот все, что есть, импорт all вот сюда. Экспорт сцен, анимейшн 0. Смотрим. Так, тут чуть-чуть теперь они связались. И вот он у нас получился персонаж с такими костями. Сюда залетел, да? Теперь мы это дело все отводим назад, хотя показывал там где-то в ролике, и там непонятно, в чем смысл, что наложенные персонажи. Так, вот я отвел, значит, персонажа. Я буду делать, показывать, как я, короче, понял, там на английском, на этом. Ну, короче, пару роликов всего нашел, вот, более-менее доходчивых. Ну, а их, в принципе, по каскадеру информации в интернете очень мало. Она есть, как бы, да, ну, на нерусском там переводчик. Если YouTube переводит еще с английского на русский, то, допустим, если есть нормальные ролики, там, итальянский какой-то, там, испанский, что-то он не хочет переводить, может, в будущем все это будет. Ну, ладно, смотрим дальше, отвлекся. Запоминаем, что вот этот гражданин прилетел у нас с каскадера. А нужно вот эту анимацию... Нам вот эта вот часть, в принципе, не нужна будет, я так понял. Нам нужно выбрать вот этого персонажа, зайти в аддон Миксама. Вот он. Найти, значит, анимейшн, вот этот скелетон. И смотрите внимательно. Ставим вот на этого персонажа Viewport Display in Front. Вот. Ну и на этого тоже давайте поставим. Я выбираю руку, допустим, руку вот эту. И мне нужно нажать тоже вот сюда вот. Вот сюда вот. И нажать Apply Animation to Control Rig. Все, вы видите, что тут все нормально. Так, этого пока, ладно, оставим. Но энти-кости, вот они, на нем, да? А на энтом, короче, прилепилась анимация. Почему? Потому что рик и этот, и тот с названиями, значит, костей одинаков. Потому что, ну, он с Миксама, да, и мы его закинули в каскадер, и он теперь тут туда-сюда прилетает, и вот у меня теперь контроллеры. Если вот этим ригом я могу управлять, ну как, давайте зайдем, посмотрим постмод. Допустим, вот я захожу, G, там я только могу крутить, где-то фикеями, да, вот, вот так вот управлять, там, ну, неудобно, короче, да. Настроить, ну, давайте попробуем, если, в принципе, я могу этот риг, наверное, тоже преобразовать, сейчас посмотрим. Так, это Object Mode, и, короче, получается, так, что у нас? Вот, видите, анимация у нас... С Миксама на этот, ну, в смысле, с каскадера прилепилась на энтого персонажа. Вот. И теперь, зайдя в постмод, мы можем вот этого персонажа взять и им работать. Вот. Полностью менять ему даже анимации, дальше прописывать. Не понимаю, зачем тогда это в каскадере делать, когда все тоже можно сделать в Blender. Но если кому-то надо, вот такая информация, короче. Вот мы прилепили, значит, эту анимацию с каскадера перекинули на анимацию в Blender, да, на такого же персонажа. Так, если мы выберем вот этого персонажа, давайте в качестве проверки, вот, и преобразуем Crit Control
В принципе, видите, название нормальное, и получается, что то, что показывал гражданин в ролике, допустим, ну вот я выбираю G, я могу управлять этим персонажем. Вот. Короче, все дело в том, что нужен именно уже миксамовский вот этот риг, или если это ваш риг, настроенный, вот заменены в вид костей, то закидывайте персонажа с вашими костями в каскадер, и вот этот аддон, он поможет, да, в принципе, сработать. Тогда вот этот нам не нужен, вот этот гражданин. Зачем показывают, что нужно вот эту вот штуку делать, когда просто нужно переделать ему миксамовские кости? Вот это я тоже не понял. Так, ладно. Ну, допустим, как в ролике, мы это дело все убрали, все подключили, значит, к нашему вот этому гражданину, значит, ту анимацию. Нахрена, не пойму. Проще сюда тогда закинуть, да, и все, говорю, и преобразовать кости, и работать с ним дальше. Но, допустим, у вас настроены тут глаза, о, допустим, да, у вас тут риг лица настроен, там, вся годня. Да, тогда да. Ладно. Виноват. Пропустим. Так, что еще можно сделать с этим гражданином? Значит, вот у него тут такая анимация получилась. Так, давайте посмотрим. Угу. Значит, есть у нас риг каскадер. Мы можем, в принципе, она должна так работать. Давайте проверим. Вот эту штуку мы удалим полностью, включим новую сцену. Эту сцену мы закроем, don't save. И, значит, в эту сцену мы должны закинуть вот этого товарища. Товарищ, я чуть не матюкнулся. И, значит, что мы делаем? Мы делаем вот такую штуку. Export to каскадер. Сейчас он что-то дернуться должен. Я еще раз должен нажать. Вот тут такая хрень, что с первого раза он как бы не закидывает, да? И смотрим. Видите, оп, и он закинул ионного гражданина сюда. Ну, здесь уже он без анимации. В принципе, он закинул только персонажа в позе. И чтобы ему получится вставить кости, не получится. Ну, давайте, вот я нажимаю вставить кости. Что тут? Ну, давайте попробуем сгенерировать. Ну, Alice Good, да? Ну, не работает. Не хочет он к нему прикреплять кости. Ага. Так. И не хочет на него ничего настраивать. Ну, возможно, то, что он не стоит, да, без разницы, локально, горизонтально. Add. Метод тыка никто не отменял. Я тут уже лазил в прошлом году только, по-моему. Ну, словом, все, он вот так только он кости тут вставляет. Вот так вот. Вот они. Все они вот прописаны тут сбоку, все вроде бы нормально. И, значит, если делать анимацию, то базового держите при себе. Ну, у меня вот так вот штука. Может, что-то я там недопонял. Посмотрите. Ну, я вам как бы общую картину постараюсь, вот как бы стараюсь рассказать. Все, что я понял с этих басурманий. И, значит, что? Так, что тут еще есть? Blend, Export. Мотаем. Only on Deform Bones. Короче, Transform можно поставить. И, значит, а ну-ка. Ну, давайте еще раз попробуем так. Вот этого гражданина тогда мы ликвидируем. И пробуем сюда экспорт каскадер, значит. Так, а ну-ка. Импорт акцион клип. Jet. Не перекинулось, потому что тут ничего нету. И вот опять мы вот это дело все убираем. Экспорт ту каскадер.
Дернулся, мы еще добавим. Каскадер загорелся, и что он там? Ну, ждать надо. Бывает, что то быстро он закидывает, то долго. Вот, в принципе, какая-то ситуация в нем происходит тут, да? Видно, галочку поставил, что-то добавляет, возможно. Угу. А, еще раз нажмем. Тут 25 мы не экспортируем, ничего. Ну, короче, гемор опять вот это все. Ну, еще какая штука может быть, да? Допустим, сейчас, допустим, он когда-нибудь закинет его сюда. Так, ну, давайте отменим, да? Так, попробуем старт каскадера, вот, открыть старт. И, значит, видите, через аддон он открывает нашего каскадера. Так, что можно сделать? Допустим, файл. Давайте импорт анимация. Валк закинем. И файл, так, импорт. Это я, FBX, модель. Валк, допустим, тоже закинем. Так, опять же то же самое, опять же, ага, рихт. И, значит, здесь left. Так, миксама, все тут под миксамовскими, значит, left foot, left foot. Вот тут единственная вот физика хорошая, вот это, да. То есть, то есть. Так. Так. И вот он, значит, вот это я, по идее, сюда должен нажать файл. И, значит, импорт. Frames. А ну-ка, попробуем. Walking. И смотрим. Поза есть, а что-то анимация, как говорится, не прикрепилась. А ну-ка, файл. Импорт метод тыка, опять же, никто не отменял. Объект. Давайте еще раз попробую. Файл, импорт, анимация просто. О, анимация, все. Гражданин пошел. Ну, метод, ах ты. Вот видите, настройка как идет, что тут нужно кости добавлять, толстый товарищ, и тут прогибается в него. Так, Ctrl-Z. Так, и что еще возможно? А ну-ка, значит, выбираем вот этого гражданина и импорт акцион, импорт акцион. Так, что мы сейчас заимпортируем сюда акцион? Error. Не работает у меня такая штука. Так, если, значит, импорт сен. Тоже показывает error. Error. Два раза может. Ну, короче, error у меня тут, да? Так, а ну-ка, что-то все кости не хотят выбираться. Так, ну эти вот для анимации выбираются. Так, на чё бы еще нажать-то тут? Apply вот эти отключу пока. Bake оставлю. Import animation. Та-та-та-та-тым. Это кто у нас тут? Каскадер. Так. Blender Export Online Deform Bones. А, ULEAF. Вот это попробовать включить. Apply Transform. И, значит,
экспорт в каскадер, если вот это все закинуть, вот именно в эту сцену, посмотрим, потянет она. По идее, он тут должен появиться-то. Угу. Возможно, придется еще раз нажать. Ага. Пишет error. Но что можно сделать, да? Убрать вот этого гражданина, допустим, и попробовать импорт AllSend, допустим, сюда с каскадера. Видите, опять матюкается. Вот я не знаю, что ему надо. Бывает у него тут матюх. Кто работает, то нет. Импорт all. Возможно, вот опять показывает тут шиша тебе, да? Ну ладно, смотрим, что тут. All left отключим. All transform отключим. Ну и в принципе, что я тут не больше ничего не включал. Импорт all сцен. Наверное, в сцене должен быть этот же персонаж. Давайте apply transform еще оставим. Что он? Тоже сработал. Вот в этот раз сработал. Видите, в этот уже не хочет. По идее, он должен сюда сейчас это... Значит, экспорт у каскадер. Если я добавляю какую-то mesh, добавляю куб, допустим, вот он, S, в этой сцене, я его выбираю, и по идее я должен нажать импорт сцен, экспорт ту каскадер, и вот этот куб должен оказаться там. Получается, все, что сцена у меня будет здесь, я ее могу туда так закидывать. А потом все оттуда закинуть назад в блендер. И все это дело преобразовать вот эти кости, и в принципе у меня должно там все работать. Ну, так, а ну-ка. Ну, вот у меня лично, может, тут еще какие-то, ну, что-то, возможно, нужно сделать. Где-то какая-то настройка, которую они не рассказали. Это бывает в роликах, где-то чего-то не хватает, да? И получается, значит, экспорт ту каскадер, вот этот куб. Я думаю, он не будет его закидывать. Так, ну анимацию, да, здесь можно делать. Все, как говорится, кому нравится, короче. Та же, ну, управление. Вот, смотрите, я выбираю, допустим, кость. Так. Горячие клавиши, может, тут и есть, а? Так, вот тут раз. Я это все дело поднимаю. Это включено фикей. Я Inverse Kinematic отключаю, переключаю на фикей. Так, выбираю, допустим, вот эту кость. Переключаюсь на Transpose. Так, что я тут кручу? Что мы тут можем вообще покрутить? Вот я его тут как-то отвожу. Alt, левая кнопка мыши как-то перетягиваю. Там... Тяну, он шиш тянется. Потом я это все дело подтягиваю. Потом тут вот это... А ну, алло. Давай, тут тоже там что-то вытягиваю. Там чем-то... Вот, все равно фики что-то тут включен. Ну и, короче, F прописываю. Да, вот раз, прописал я. И шиш он прописался. Так, а если я его тут посажу? И ключик поставлю. Он раз сбрасывает. А если ключ включен, я его увожу, по идее он должен автоматически прописаться, да? Ни шиша. Значит, я сначала убираю ключ. И вот он прописан, тут оказывается, F. Теперь я его прописываю. Оп. Да, да, вот он. Вот он, на четвертом. Оп, появился.
А если пятый, значит я его просто тупо вниз, тупо в бок, и типа он уже должен быть прописан, да? Ну да. Короче, если прописка есть, там просто меняете, и все будет нормально. Так, короче, вот такая шняга. Я тут немножко заморочился. И, значит, куб. Он у меня не экспортирует туда. Возможно, нужно перезапустить программу. Вот, допустим, попробуем. Давайте вот это дело все закроем. Don't save. Запустим заново старт каскадер. Так, вроде бы запускается. Да, запускается. Так, это мы new сцена. Заходим, значит, в наш блендер. Выбираем всего нашего персонажа. И, значит, экспорт ту каскадер. Он должен его туда закинуть. Да, насколько быстро он это все дело сделает, сколько минут может ему надо. Вот видите, все крутится, пишет error. Да-да-да, и что он тут, оно, не успеваю даже читать. Error. Error. Ну, короче, видите, отсюда он что-то не хочет туда адекватно закидывать. А оттуда кидает через раз, наверное. Ну, если перезагружать надо. Так, а ну-ка ставим, допустим, 30 кадров. Что-то ему, может, мешает. А ну-ка, если самого персонажа, экспорт у каскадер, он, может быть, закинет. А ну-ка. Подключение не установлено, так конечно компьютер, короче, он его не видит, не надо. Ну, короче, вот такая попытка. Ну, значит, можно. Можно, значит, кидать персонажа сюда. Здесь менять ему анимацию и также его экспортировать просто. Не надо, как вот они показывают, значит, зачем тогда там базовый. А, без базового, может, он туда его не примет. Ну вот как я в пустой файл вот кидаю, где нету его, да? И он не хочет, видно, его видеть. Значит, там кто-то должен присутствовать. Ну, короче, все это так сыровато у меня в башке сейчас. Но если в каскадере кто-то захочет делать, ну вот хотя бы работает. Если отсюда, с каскадера туда, он работает. Если туда-сюда, как-то там вот как они показывают... Ну, возможно, у меня программа просто не полная, вот это. Возможно, что-то в ней нет. Это как пробник, да, вот этот, или как он называется. Возможно, что-то да. Что-то тут и не то. Ну, кости вставляет, все вроде бы это. Все, всем пока, до свидания. Изучайте эту тему глубже, если кому-то интересно. Ну, вот это, что я тут, значит, посмотрел, вот что у меня тут получается. Пока.